Слышал о Джонни Ростере? Шутите? Кто о нем не слышал? Величайший из американских писателей. Вчера его убили. Мистер Ростин, я ваш преданный поклонник. Всю жизнь ждал этого момента. Джон Ростин найден мертвым в понедельник. Все говорят, что я хуже того мистера Мерседеса. А рукопись у тебя? Нет. Что? Дело номер 62324, штат Огайо против Лу Линклатера. Вы просите присяжных посадить женщину, которая избавила мир от мистера Мерседеса. Вытащите меня отсюда, или он меня найдет. Кто? Брейди. Вы в порядке? Мисс Линклатер. Она разговаривает с Брейди, а он отвечает. Какой-то паренек пришел в книжный, спрашивал насчет Ростина. Страховая компания объявила награду — 700 тысяч долларов. Теперь это не просто любовь к книгам, это деньги. Кто-то ищет книги, и он готов за них убить. За ним нужно немедленно начать слежку. Я убила величайшее чудовище в истории этого города. Меня освободят люди. У нас мало времени, у него есть то, что нам нужно. Нам нужно то, что хочет он. Помните, я сказал, что после Брэди Хартсфилда другого не будет? Он появился.